сейчас находимся на курсе водного выживания, который ведет Райман Примак и Олег. Раз, два, три, четыре. Стой. Забросьте одну ногу. Одну ногу забрось и вылазь полностью вот так. Немножечко руками себя дожали. То есть, как можно высоко. Подпрыгнули и легко вылезли наверх. Ноги поднимайте, вначале согнуты в коленях, а потом выпрямляйте. Дима, ноги согнуты в коленях, а потом выпрямляйте. Мы встали в 7 часов утра и пошли на зарядку. Мы бегали, скакали, выполняли разные ровные задания, отжимались, выполняли специальные упражнения на равновесие и прохождение разных препятствий на высоте. Самая большая прошла, и после нее потом тихонько идет. Быстренько, вот она. Большая! Быстро заходит, вот она. Ваша голова должна вдох, выдох под воду. Вдох, выдох под воду. Штормик, было волнение, и Рома учил нас с помощью волны залезать на пирс. По-моему, это единственное, что у меня не получилось. Я ободрала себе колени, локти, живот. Проще сказать о тех местах, которые я себе не ободрала. Это что? Порезала ноги об мидии, когда пыталась залезть по пологому склону. В общем, первый день для меня был день травм, но все равно мне очень понравилось, точнее второй день. Thank you.